Тысячи человек эвакуированы в Новой Зеландии из-за масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. Погибших и пострадавших нет. В крупнейшем городе южного острова Крайстчерч объявлен режим ЧС. Там под водой оказались сотни домов, размыты дороги. Кроме того, дожди вызвали сход оползней. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадки не прекратятся. Несколько небольших оползней сошли на жилые дома. За последние 12 часов их было три. Мы эвакуировали жителей и разместили их в специальных центрах.